В гости к семье Карахановых Петрушко приехал мэр Бобруйска Александр Студнев. И, конечно, не с пустыми руками. Сладкие и канцелярские подарки к началу нового учебного года. Вот тебе чемодан. Смотри, какой портфель. Смотри, какой. Забирай. Ну-ка посмотри, что там внутри будет. Давай заберем. Давай. Тебе нравится? Нравится? Чай с тортом. Дальше разговор перешел в теплую дружескую атмосферу. Александр Студнев отметил, для ребят очень важно внимание и забота, ведь это одна из составляющих социальной политики государства. Также градоначальник выразил уверенность. Бобруйчане понимают, дети – наше будущее. А День знаний – особенный праздник для всех. И поддаваться на призывы бойкотировать его горожане не будут. Я уверен, что 1 сентября у нас пройдет, как всегда, замечательным праздником. Дети придут вместе со своими родителями на линейку, учителя будут ждать с волнением этого прекрасного, замечательного дня. И я уверен, что мы все вместе смотрим наше будущее уверенно и с пониманием. Здорово, что наше государство и наш мэр не забывает большие семьи, где в самом деле сложно собрать много школьников одновременно. Ну, а еще приятно, потому что это не просто мэр, это хороший человек, с которым мы просто могли обсудить какие-то проблемы, поговорить о каких-то насущных делах. И он как человек нас понимает, как папа понимает эти проблемы. Поэтому очень здорово. Ну, мы получили радость, удовольствие, общение и просто удовольствие от того, что к нам пришли гости. В преддверии Дня знаний депутат Палаты представителей Национального собрания Ирина Рынейская навестила школьников. В подарок ручки, линейки, тетради. Все самое необходимое для школьников. Мы пришли сегодня совместно с организацией «Белая Русь» поздравить таких деток, пожелать им здоровья, пожелать им успехов, радости и новых побед в новом учебном году. Портфель собран. С новыми силами ребята уже завтра начнут новую главу в жизни. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.